В рамках недели информационно-коммуникационных технологий в столице состоялась и международная конференция. Главная тема – развитие системы открытых государственных данных в Узбекистане. Мнения и рекомендации национальных и зарубежных экспертов обобщил заключительный материал нашей программы. На повестке дня вопросы развития открытых данных в качестве элемента разработки социально-экономической политики, определение текущей ситуации в данной сфере, пути решения существующих проблем, а также внедрение международного опыта в деятельность порталов нашей страны. По словам консультанта Всемирного банка Эндрю Стотта, публикация информации в машиночитаемых форматах позволяет организовать ее повторное и автоматизированное использование. Доступ к данным укрепляет доверие населения к органам государственной власти, повышается открытость республики для мирового сообщества. Открытые данные – это, во-первых, это прозрачность работы власти. А власть может открывать данные о своей деятельности. От этого гражданин будет больше доверять государству, что оно делает и так далее. Второе – это открытые данные помогают улучшить государственные услуги в других странах мира, где государство не только дает услуги, но и дополнительно информирует о том, как лучше получить услуги. И третье – это экономический рост. В ходе конференции также рассказали о проведении хатакона Open Data Challenge 2019, ежегодного конкурса по разработке приложения с использованием открытых данных, задача которого – создание социально значимых инновационных приложений и сервисов на основе открытых данных, доступных на официальных веб-сайтах госорганов. Машиночитабельные открытые данные очень важны для развития сферы информационных технологий, так как при подаче стартапов со стороны перспективных молодых ребят мы получаем много технологических разных решений, но они не всегда бывают заполнены соответствующим контентом. И подобные мероприятия позволяют государственным службам получить больше информации о важности открытых данных, о предоставлении этих данных. Так как эти данные, они не идут для IT-компаний, эти данные идут для населения в первую очередь. IT-компания – это всего лишь тот промежуточный этап, который сможет обработать соответствующим образом и предоставить в нужном свете. Конференция завершилась панельными дискуссиями, где обсудили разработку дорожной карты по улучшению позиции Узбекистана в международных рейтингах, таких как глобальный индекс открытых данных, барометр открытых данных и других.